И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, негр бутылку кидает, а рядом сидит, значит, вот этот гражданин и выпивает, допустим, как вариант, да, сюжета. Значит, вот я его тут набросал, посадил, значит, на стул в позу. Так, что тут у него добавлено? У него добавлена сигара, добавлена, значит, кружка. И вот еще какой вопрос. Забыл я, значит, в Object Mode. Выбираем, значит, вот этот плащ и пропишем вот это в минус. А не, в минус не получится. Надо только рукав еще подправить здесь вот, поднакидать. Но это шипкейм я сделаю. Так, кстати, вот эта модель будет, значит, вот можно заставить шевелиться вот эту вот всю шмотку. Вот раз, чуть-чуть ее приподнять. И будет вот как бы у шмотки шелохания. Так, тут вот можно еще вот эту припустить. Сейчас давайте зайдем. Так, добавим шипкей. Добавим его до предела. Дойдем в скульпт мод. И значит вот эти вот части тоже припустим. Значит. Во, тут где-то вмятину дадим. Кладочку, ну, в принципе, нормально. Пропишем и в анимацию, значит, и вот здесь, значит, мы это дело все можем еще шелыхание добавить дополнительно. О, нормальненько. Так, и, значит, в этот шипкей, вот в этот шипкей давайте допишем рукава бы. Так, они тут сползают. Вот так. Пропишем. Так, что тут еще? Добавим еще какую-нибудь штуку, чтобы больше шмотка, значит, материала. Ну, также можно рукава рубахи подправить. Я это дело, значит, хотел по-другому настроить, но тут получается вот эта штука вылазить стала, да? Так, значит, добавим еще один шипкей на шмотку. Зайдем в скульпт мод и, значит, здесь рубаху как-нибудь симпатюшно так рукав сделаем. Вот так вот. Сделаем Ctrl-Z. А, не, тут все Ctrl-Shift-Z. Здесь все нормально. Значит, давайте это дело все пропишем. И добавим еще один шипкей. Так, вот на эту часть. Ну, чтобы симпатюшно было. Пропишем и его тоже. Так, в Object Mode, значит, вот такая у него анимация. Давайте посмотрим. Так, вот тут еще, ну, с рукавами. Где тут рукава? Выберем, значит. Нужно тут чуть-чуть, значит, еще подсаманить. А, вот она. Да, рука тонковата. Здесь можно еще попереписать. Ну ладно, не суть вопроса. Это уже доработки. Чтобы он стал нормальным гражданином, да? Так, что у него тут присутствует? Присутствует, значит, анимация. Смотрим. Все нормально, все зашибись. Теперь нужно добавить ему дым. Давайте добавим дым. Это будет, значит, что у нас это будет? Add Image. Так. Image план, наверное. А ну-ка.
Так, видео. Мов. Вот он, да? А ну-ка, сделаем всему этому делу S. Смотрим. Все, идет. Теперь нужно убрать черный цвет. Давайте все это дело тоже проделаем. Так, значит, тройка на нампаде. R, перевернем наш план. G, поднимем его кверху. И вот тут это будет дым от сигары. Так, а ну-ка, может еще какой-то вариант есть? Давайте посмотрим. Не, ну в принципе пойдет, да? Пойдет. Угу. Так. А ну-ка, если delete, add image план и найдем другой какой-нибудь дым. Так, вот этот, по-моему, будет посимпатюшнее. А ну-ка. Все это можно скачать, значит, в интернете. Смотрим, насколько он... Ну да, вот этот будет лучше, наверное. Потоньше. Тот побольше, этот потоньше будет поприкольнее. Так, теперь, значит, удаляем вот этот... Ну так, в шейдерах давайте добавим G и добавим очистку вот этому всему делу. Так, альфа, вроде все нормально. Смотрим, уберется этот цвет или нет. Так, сначала микс шейдер. Давайте, где он тут находится? Микс. Микс шейдер. Теперь дальше. Колорамп. Колорамп. Так, следом, значит, эмиссия. И следом Transparent BSDF этот. Transparent BSDF. Вот сюда. Так, подключаем, значит, этот к шейдерам. Это, значит, шейдер 1. Это, значит, шейдер 2. Color. А ну-ка. Так, теперь, значит, текстура подключается к Color Ramp. И, значит, Color Ramp подключается к факу. Так, а ну-ка. Во. Не то что-то. А, вот, меняем теперь цвета. Так, что-то он не хочет, дым, видать, не будет, наверное. Так, на белый ставим, наверное, черный. А на черный поставим белый цвет. И дым вот этот плоховато виден, да? А, вот он, появился. Так, если мы отключим, а ну-ка, какой у него будет внешний вид? В принципе, на рендере, может, и будет видно, да? Так, здесь еще что можно сделать? Угу, добавим, вот он, пусть белый будет побольше. Так, зайдем в layout, а ну-ка. Ну, в принципе, неплохо, но можно и заменить будет на другой. Так, а ну-ка, R, сделаем ему S. Так, теперь R,
чтобы его было видно нормально, значит, можно сделать его побольше. Размер. Так, подгоним его к нашей, значит, вот этой, как ее называют, к нашей вот этой трубке, в смысле, это сигаре. Так. Семерка на нампаде, Shift D. Сделаем R, чтобы его видно было с нескольких сторон. Так, а ну-ка, здесь уже придется перекручивать EG, подгадывать, да? Вот с этой стороны будет вот так видно, а ну-ка. G. В принципе, с двух сторон нормально видно. А ну-ка. Так, а ну-ка, куда там все это дело уходит? Угу. Возвращаемся на первый кадр. Выбираем два вот этих плана. Так. И значит, нет, один план выбираем, ну, G. Подгоняем его к сердцевине прям. Так, теперь выбираем второй план, делаем Ctrl-J. И теперь, значит, вот это все дело G привязываем к нашей сигаре. Через Shift. Так, что я там выбрал? Вот так, да? Так, а ну-ка, подождите. Так, это два плана. Один план выбирается, и что-то сигарета у меня почему-то... А, вот... А здесь план пересекает. Ладно. Ctrl-P. Это будет Object Kit Transform. Так. Не пойму, почему вот эти усы вниз еще уходят, да? А, в принципе, все нормально. Вот раз и дым исчезает. Все, зашибись. Можно их потом будет, повторюсь, заменить. Так, а ну-ка, где тут этот план наш? Вот с него теперь копируем вот эти вот шейдеры все. Правая кнопка мыши, можно копи нажать или Ctrl-C. Так, теперь Add Image план, и находим теперь выдох с легких, да? Так, это где у нас опять же видео? Вот эта штука. Так, а ну-ка, делаем S. Так, пока побольше поставим, а ну-ка, G. Уведем в бок. Так, вот коротковато я сделал. Ну, в принципе, хватает на два выдоха. Не, на два не хватает, на один хватает. Так, ладно, пока подключим, потом я еще удлиню, значит, эту анимацию. Не проблема. Заходим в шейдеры, делаем Ctrl-V, сочетание клавиш, удаляем вот эти вот ноды, две штуки Delete, и подключаем G. Наш план, значит, вот к этому... этой связки. Так, есть такое дело. Только здесь надо дым сделать, наверное, чуть-чуть потусклее. Уменьшаем ползунок. Во. Так, теперь. Ну, длинный, да, ну, пойдет. Так, семерка на нампаде. Делаем R.
Смотрим вообще, как он раз выдыхает, да? Значит так, G это выдыхает, выдыхает, выдыхает. Выдыхать он должен здесь где-то. Вот видите, тут еще нужно подгадать его под анимацию. А ну-ка, S, G. Так, ну, потом я его, если что, заменю. Вот здесь он должен выдыхать. А ну-ка, G. Так, R. Shift D. R перекручиваем. Делаем дополнительно, ну-ка, G. Ну, под ракурс делаем, короче. Так, выбираем теперь еще второй план. Так, вот этот план. Так, и вот это делаем Ctrl-J, сочетание клавиш. Теперь смотрите. Так, здесь, значит, G. Как бы подальше отводим. Прописываем, значит, привязываем вот эту всю штуку, значит, к нашему персонажу, а лучше к шляпе. Ctrl-J, да? Теперь, значит, вот эту штуку выбираем, где у нас выдыхание дыма. И что сделаем? Так. В принципе, что, нормально вот с этого момента, да? Начинать. Это он выдохнул и опять закуривает. Все, опять раз, то сюда. Ну и тут можно еще добавить, повторюсь, анимации. Так. Так, вот здесь он должен выдыхать. Это на 110 кадре. Это лучше домонтировать и потом сюда подключить. Так, смотрим теперь. Слишком белый дым, наверное, вот на этой штуке. Заходим в шейдеры. И уменьшим, наверное, прозрачность. Вот. Чуть-чуть поставим мутную, чтобы было. А ну-ка. Ну вот одинаковый теперь внешний вид. Тут дым мотыляется. Вот в таком духе, да? Можно поставить один план. Вот к этой, значит, к сигаре. Но потом просто на камеру настроить, чтобы вертелась она в сторону камеры, если будет перекрутка какая-то. А если вот в одном вот так положении, ну, в принципе, что, смотрим. Так. Вот этот план... Чуть-чуть можно, а ну-ка, Ctrl-Z. Так, вот здесь я неправильно сделал, надо шляпу. Так, вот этот вот план полностью. Вот этот, Alt-P, Clear Parent. А ну-ка. Так, что-то шляпа не выбирается.
Ну ладно, так, назад это все дело делаем. В следующий раз нужно побольше тут, значит, поправлять получше. Так, все, видите, не надо ничего не уменьшать, не делать, ни скайл, ничего. Потом, значит, я еще ее удлиню где-то кадров на 600, может быть. И будет тогда все нормально. Кстати, давайте сразу в этом ролике посмотрим, как я это все делаю. Это значит сейв. Открываем видеопад, находим open видео, где этот находится дым. Вот он. Закидываем его сюда. Закидываем его, значит, в нашу вот эту раскадровку и добавляем еще пару раз. Да? Вот так вот. Так, и тут хорошо бы вот это все дело, значит, еще обрезать. Каким образом? Можно ее передвинуть, допустим, или анимацию уже прописывать под этот дым. Значит, каким образом? Значит, это все файл. Экспорт делаем, экспорт видео. И делаю я в формате MOV всегда. Все, теперь мы экспортируем видео. Все хорошо, экспорт complete, нормально. Это дело закрываем, заходим сюда и находим шейдеры, и вот сюда, значит, подгрузим этот шейдер удлиненный. Так, это значит видео MOV 4. Так, пардоньте. Так, MOV 4 должен быть длиннее. А, так, а ну-ка. Ставим 400 кадров. Так, это значит все понятно. А ну-ка. G. Вот это все опять же delete. Ага, Ctrl-Z. Зря я к шляпе все это дело привязал. Зря все это к шляпе привязал. Нужно вот эти теперь отвязать. Edit Mode. Полигоны. А ну-ка. LL. Delete. Вертексы. Object Mode. И тогда. Так, все еще привязано. Все нормально. Делаем файл. Так, не файл. Делаем Add. Image план, находим, где находится вот эта удлиненная штукенция, делаем ей S, и значит заходим в шейдеры,
Ctrl-V, английское сочетание клавиш. Вот это все значит два шейдера Delete, а этот G переведем сюда и подключим по новой. Так, смотрим. Вот вы видите, что она уже удлинена. S. Семерка на нампаде, делаем R. Смотрим, куда эта картинка уходит. А ну-ка. Ну, хватает вообще. Так, делаем R. Перекрутку G подставляем к нашему персонажу. Так, ну тут еще можно дальше дописывать. Так, значит, подгадываем все это дело под наш внешний вид. Именно под нашу камеру. Можно один план пока. И к шапке крепим Ctrl-P. Object Keep Transform. И уменьшим, значит, вот этому шейдеру. Шейдер и вот эту штуку показание. Показатель уменьшим. А ну-ка. Можно вообще прям, видите, и тут в ноля его убирать. Так, а ну-ка, этому плану. Чуть-чуть добавим. Можно тут цветность еще поменять. А, это внешнего, это фону. Фону не надо. Так, ну опять же layout и смотрим, что получилось. Так, вот здесь вот, конечно, мне не нравится, что, значит, edit один полигон давайте уберем. Вот этот, delete вертексы. Пусть одна будет эта штука. Так, и тогда на нее, наверное, все-таки прибавим побольше белого цвета, а то ее не видно. Так, а тут дым теперь под углом вроде как далековато от него. Семерка на нампаде, делаем R и переводим, наверное, как бы побольше на первый план сюда. Сигареты, во. Нормально. Все, теперь этого персонажа, значит, можно залинковать в нашу сцену. Камеры тут нет, ничего тут такого нету. Давайте все это попробуем залинковать. Так, вот это все отключим. Файл Save сохраним. И теперь откроем, значит, файл, где у нас вот этот Дикий Запад. Ну вот, к негру сюда давайте его добавим. Вот, кстати, гляньте, как бутылка разбивается. Так. Линкуем файл импорт. А, линк. Находим десктоп. Находим, где этот ковбой. Где этот файл. Находим коллекцию. И, значит, коллекцию закидываем. Так, вот пистолеты надо было удалить у него.
Сейчас все это дело подправим, заодно будет прикольно смотреться, да? Ну и для понимания, как это все делается. Кто не смотрел предыдущие ролики, наверное, будет интересно. Так. G. Так, ну это он очень большой для этих дверей. Так, 0 на нампаде. Выбираем камеру. Так, камера. Shift F. Погуляем. Вот под какой-нибудь ракурс, да? Можно это дело делать. А ну-ка. Так, по прямой неинтересно. Сейчас станет 2 метра, он и будет. Так, вот эта стойка прям весь вид портит, да? Тогда выберем нашего персонажа вот этого. Так, 0 на нампаде и сделаем G. Ого, куда меня откидывает? Так, а если его можно сюда даже посадить, он на второй этаж. Давайте на второй этаж его посадим. Ага, тогда его вообще видно не будет, каким образом, ну как, пусть на месте будет. Тут вот сюда мы его сейчас закинем. Так, семерка на нампаде и чуть-чуть его, значит, вот так перекрутим. Так, и куда-нибудь вот подальше от двери. Вроде бы как он это дело все охраняет, да? Отключаем внешний вид. Все нормально. Теперь что делаем? Выбираем камеру. 0 на нампаде. Shift F. Ну, где-то его. Вот таким вот образом поплотнее возьмем для заставки. Так. Файл сохраняем. И теперь давайте уберем пистолеты. Зайдем в файл, найдем Open предыдущий ковбой, где есть у нас, да? Включим видимость Alt-H, вернем пистолеты. Так, и пистолеты вот эти Delete удалим. Файл сохраняем опять и заходим в предыдущий файл Дикий Запад. И там пистолетов уже не должно будет быть. Вот вы видите, все нормально. Так, теперь отключаем вот эти все сопли. Вот такая получилась штука.
Все, всем пока, до свидания. Вот такая информация.